Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас задача от подписчика, в данном случае это пример, упростить данное выражение. Данное выражение перед вами m-14m-49, деленное на m, все это деленное 7, деленное на m-1. Давайте для начала рассмотрим числитель и знаменатель по отдельности. Общая дробная черта. И у нас... мы должны привести к общему знаменателю. Общий знаменатель в числителе это m. Значит, я должен m домножить на m. Получается m квадрат. Все это деленное на n. Но так как перед дробью стоит у нас минус, все, что находится в дроби, меняет знак на противоположное. Мы получаем минус 14m плюс 49. И рассмотрим знаменатель. Знаменатели у нас тоже общий будет m. Тогда мы получаем 7 минус m, потому что единицу должны домножить на m. Все это деленное на m. Равно. Если внимательно посмотреть, m квадрат минус 14m плюс 49 похоже на формулу сокращенного умножения. M остается. Общая дробная черта. И мы его разложим в обратном порядке. Получается это у нас m минус 7. Все это в квадрате. А здесь у нас вторая дробь. 7 минус m деленное на m. 7 минус m деленное на m. Хорошо. Но... но посмотрите внимательно, у нас дробная черта обозначает деление. Поэтому я дробь m минус 7 в квадрате, деленный на m, должен разделить на дробь 7 минус m, деленный на m. Получается m минус 7 в квадрате, первая дробь, мы должны поделить на вторую. 7 минус m, деленный на m. Но здесь в дробях у нас нет деления, есть умножение. Первая дробь остается такой же, вторая меняется местами. Мы получаем m минус 7, все это в квадрате, деленное на m, умноженное на m, 7 минус m равно. mm сокращается, остается m минус 7. В квадрате, деленное на 7 минус m. Если обратить внимание, у нас m минус 7, а здесь 7 минус m. Они отличаются знаками. Значит, я могу знаменатели вывести минус за дробь, то тогда у нас знаменатели знаки меняются. Минус m становится с плюсом, я его напишу впереди, а 7 был с плюсом, становится с минусом. Минус m. Но квадрат у нас обозначает умножить на себя два раза, чтобы было понятно всем, да? 7 минус m умножаем на 7 минус m. m минус 7 умножаем на m минус 7. При этом я могу сократить, и у нас остается минус m плюс 7, потому что перед дробью стоял минус. Или же по-другому, чтобы было красиво, меняем местами 7 минус m. Понравилось видео, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и до новых встреч!